Добрый день, мои дорогие друзья! Ну вот, сегодня у нас будет такой необычный урок. Он происходит на берегу Средиземного моря. Ноябрь месяц, температура 31 градус. Прекрасно. Урок этот будет называться, так же, как и у меня в моей книге «Параллельный Ульпан», «Что вижу, о том пою». Или, короче говоря, «Акын». Что вы делаете? Многие часто меня спрашивают, как набрать словарный запас, как открыть рот, как начать говорить. Вот, пожалуйста, идете и говорите сами с собой. Причем ничего не надо придумывать. Вот что вы видите, то вы и говорите. Начнем. Итак. Анехшав метаелет бахофа яма. Я сейчас гуляю по берегу моря. Анеруа анашим шигам олхим бамаим. Метаэлим нехеним. Я вижу людей, которые идут по воде, получают удовольствие, гуляют. Ашемеш отмят шукат. Солнце садится. Веруах крыра. Прохладный ветер. Маодев шарлагит. Что еще можно сказать? Анелоруа ананим аля шамаем. Я не вижу облаков на небе. Аваль, о, анелоруа олех аба им тинок. Седер. Я вижу папу, который идет с младенчиком. Ну, шам галим. Галим локвухим зебеседер. Ой, май миткарвим. Я вижу волны, волны невысокие, а тут приближается вода. Анашим шам месахаким, шам рахок, 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 арбе анашим, эм месахаким, эм нихнасим ламаим, аваль эйн мацелим, зе месукан. Я там далеко-далеко вижу людей, они заходят в воду, но нет спасателей, а это опасно. Начинаете так говорите, говорите все, что вы видите. Идете себе тихонечко и шепчете. Не думайте, что вас посчитают за сумасшедших, потому что вдруг вы говорите по телефону. И вот когда вы вот так сами с собой разговариваете, называете названия предметов, говорите о своих ощущениях, «Ани нет по альхофаям», «Ани наха», «Я получаю удовольствие на берегу моря», «Я отдыхаю», это ведет к улучшению ваших разговорных способностей. А потом вы об этом скажете другим людям. Вот и все. Понравилось? Попробуйте сами вот так выйти на море и рассказать о себе. Всем bye!